Всем привет! Сегодня с вами будем готовить супер бюджетные средства от кашля. Для этого нам понадобится 1 луковица и 0,5 стакана молока. Для начала лук я буду нарезать на мелкий кубик. Кастрюльку, в которой мы будем готовить микстуру, ставлю на огонь. Высыпаю сюда нарезанный репчатый лук и заливаю молоком. Доведу до кипения и буду отваривать лук в молоке. Периодически перемешиваю. После того, как лук сварится, еще раз все хорошенько перемешиваю. Накрываю крышкой и даю настояться пару часиков. Теперь полученную смесь процеживаем через сито. Полученную микстуру принимать каждый час по 1 столовой ложке. Ну а если вам понравилось данное видео, не забудьте поставить лайк, пишите свои комментарии, подписывайтесь на мой канал, так как впереди вас ждет много всего интересного. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока!